Всем привет, друзья, на моем канале. Добрый день, Лободена, как любят говорить в Литве. Хотела бы снять обзорное такое видео на косметику. За последнее время у меня появилось несколько новиночек. Ну, как бы за долгий промежуток времени появилось несколько новиночек. Хотелось бы про них рассказать. Хотелось бы начать с того, что как происходит наш уход, ну, ежедневный, да, то есть там мы умываемся, чистим зубы, умываем лицо и потом мажем кремом увлажняющий. И вот много всяких, блогеров, визажистов говорят о том, что нужно использовать базу под макияж или это может быть ваш дневной крем. И вот, хотела бы рассказать тем, что я пользовалась, и мне очень понравилось. Это новая умывалка у меня Bioderma. Она идет для чувствительной кожи, так как смена воды, и как-то моя кожа изменилась. То есть не то, что она перестала быть жирной или комбинированной, но изменился, влияние на нее. То есть, ну, ощущение ее от воды. Поэтому я взялась вот для чувствительной кожи в аптеке. Тут они продаются, ну, в Литве они продаются в аптеке. Хотя в Украине у нас тоже будет в аптеке. Ну, не суть. Bioderma очень даже неплохой. Она очень такая мягенькая. Она, конечно, сушит кожу немножко после умывания, но это после любой умывалки. Но вы чувствуете такую чистоту, очищаются поры. Не полностью, конечно. Это делает косметолог, но все же. И уходовый крем у меня для лица вот такой. Natura Sunshine. Очень хороший на зиму, он такой питательный. Насколько я понимаю, эта косметика вроде бы как бы натуральная. У них есть даже всякие там типа таблетки, типа цинк, селен, что-то в этом роде, типа как добавки. Очень хорошая фирма. Ну, мне просто нравится. Это не реклама. Просто рассказываю о своих продуктах. Итак, последнее мое приобретение было, так сказать, от фирмы вот тоналки. Я люблю разные тоналки, но люблю и BB-кремы, и CC-кремы, и тональные как бы средства. Ну, такие, которые не перегружают и не западают в поры, потому что ты потом выглядишь как сухая земля. В общем, вот недавнее мое приобретение это Mary Kay CC-крем. Тут, кстати, есть SPF 15, что очень, типа, как бы хорошо для кожи, типа, средняя защита, и вот цвет, ну, типа, супер светлый, very light написано. Ну, в общем, хотела продемонстрировать, как он работает на коже. У него есть такой дозатор. Я вот так вот, у меня тут зеркало, наношу его на кожу. Может, это не совсем, ну, в принципе, это не совсем профессионально, но это же просто. Домашнее видео. Еще я очень хочу, и я просто распределяю его пальчиками. У меня есть и спонжики, как бы. Ну вот этот Beauty Blender яичко у меня есть. Но этот крем такой легкий, что его перекрытие, когда ты делаешь это яичком, не совсем достаточно. Он не все тогда покраснения и вообще. Ну, а то тут у меня вот был бы прыщик. Но вот он его очень даже неплохо маскирует. Он такой, как легкий кремчик. Ну, плюс у меня еще под низом есть крем. Поэтому очень хорошо работает. Так, как крем. То есть уровень покрытия его, ну, если от 1 до 10, если как-то рассчитывать от 1 до 10, то это где-то 3. Смотри, какая у вас кожа. Если на коже много высыпаний, то, конечно, он не совсем подойдет. То есть он, ну, ничего не перекроет. Он, конечно, кожу не пересушит. Вот в этом плюс. Что у вас не будет потом, как будто ваша кожа не напитанная вообще. Ну да. Земля. Вот. Может, не совсем правильно я наношу, но я повторюсь, я не визажист. Мне просто нравится косметика и рассказать. Вот я всегда на Ютубе всегда хотела бы найти типа честные обзоры на косметику, как она ложится на коже. Конечно, у нас у всех кожа очень разная. Но видите, это эффект такой свеженького лица. Такого. Просто свеженького лица. То есть вот тут был прыщичек, ну не видно,
он его немножко перекрыл. Перекрыл красноту. Вот тут тоже. Издалека на камере я выгляжу вообще очень так свежо. И блестит лицо. Ну, как это, здоровая холеная кожа. Ну, мне сам эффект нравится. Еще не западает под глазки. Ну, так как мы уже делаем макияж, то сделаем. Я видела, вот так вот делаю, вот так вот. Типа, вот так вот. И вот так вот. Как-то. Типа, я всегда пальчиком. Мне это нравится больше. Вот. Пальчиком убиваю. Есть очень хорошее средство для... для базы под макияж, для базы под глаза. Мне понравилась фирма, то, что у меня есть палетка косметики. Я забыла. Я забыла, как называется. Не Benefit. В общем, не суть. Есть недорогая, то есть она вообще очень бюджетная подложка под тени от фирмы Эвелин. Она очень дешевая, но ну, она вообще копеечная. Но она не, ну, могу сказать, что она вообще почти не работает. Вообще не работает. Может, если у вас сухие, но вообще ничего не скатывается, то... Как же называется? The Urban Decay. Urban Decay называется вот эта палетка теней, и у них есть и туши, и тонал, ну, то есть у них есть вся косметика, и вот основа под тени, она очень классная, то есть у вас вообще не будет, вот если вы нанесете любые тени, даже самые, так сказать, более дешевого сегмента, более дорогого сегмента, то они никуда не отпадут, не пропадут, просто они останутся на вашем лице. Вообще, я много видео смотрела, что как бы запудривать, подпудривать нужно сразу, например, вот этот вот, то есть пудра у меня Mary Kay тоже, я не являюсь дистрибьютором Mary Kay, просто достаточно неплохая бюджетная косметика, как? Ну, может, для кого-то и не бюджетная, ну как, разные уровни. Но она не совсем как бы дорогая и не совсем плохая, если так прям по-честному, то припудриваем, чтобы не скатывался консилер типа под глазами. Консилер от Maybelline достаточно неплохой. Мне нравится Fit Me 08 номер. Вообще, почему я как бы начала это все видео, мне очень хотелось показать подводка. Вот так. Не знаю, видно или не видно. Это L'Oreal. L'Oreal Matte Signature, как-то eyeliner. И я взяла, я так и думаю, ну, когда я крашусь там и вообще зачем мне, но я взяла зеленый цвет. И, ну, мне просто она очень-очень понравилась. Чисто... То есть это не как бы макияж, а просто. То есть она не видно. Уже отпечатала. Достаточно плотная. Еще я заметила, чем чаще рисуешь стрелки, тем лучше они у тебя получаются. Чем реже, тем меньше. Там, где отпечаталось, все говорят всегда, не трите сразу, подождите, пока подсохнет. Да, и это таки правда. То есть, не знаю, видно ли на камере. Камера, конечно, не передает цвет.
Но даже мой глазик со стрелочкой выглядит очень так интересно. Хотя он маленький, ну как маленький. У меня раскосые глаза. Очень их люблю. Вот, вторую стрелку нарисую. Стрелки — это всегда что-то такое необычное. Не все любят рисовать стрелки. Для большинства вот им главное, чтобы были выделены ресницы. Ну, для меня как бы тоже. В свое время я носила, делала нарощенные ресницы, и мне это очень нравилось. Но после переезда я очень тяжело доверяю мастерам. У меня был неудачный опыт наращивания ресниц еще в Украине, а потом удачный. И вот мне тяжело просто поменять мастера. Прийти к какому-то незнакомому, то есть довериться какому-то незнакомому человеку, ведь глаза — это очень важно. Да, вообще все очень важно, но... Есть разные нюансы. Вот видите, он так интересно обрамляет глаз. Вот. И оно, ну, подводка, она сама является такого типа как бы изумрудного цвета. Но издалека так это не видно, какого она цвета. Ну, если, конечно, не сделать стрелку здоровенной. Вот кончики всегда говорят там как-то специалисты по-разному вести кончик. Сейчас дорисую кончик на другом. Да, на одном глазике есть кончик стрелочки, а на другом нет. У нас такая погода, ну, она хорошая, но в плане много очень снега нападало. И за окном прям все снежно-снежно. У меня рост не очень большой, поэтому для меня, когда я выхожу, почти по колено снега. Это даже и весело. Ну, если идти недалеко. Как бы, вот стрелочки у нас получились. Сдалека, конечно, очень даже симпатично выглядит. Ближе тоже, как бы, мне нравится. Я просто хотела показать сам. Ну, чтобы передать, конечно, круто было передать сам цвет, но он такой, слегка зеленый. У меня глаза, если издалека, то кажутся они карами, но вообще они зеленоватые, они каро-зеленые. Вот хотелось бы просто принять. И она очень хорошая, стойкая. Вот у меня глаза, так как они маленькие и раскосые, то очень часто отпечатывается вот тут. То есть даже дорогие покупала, не помню уже фирмы, конечно, но у меня раньше было много. Была Гош, была NYX, была еще подводка фирмы Пупа, а еще такого же сегмента. Они всегда на одной стойке продавались, типа Пупа и этот. Не могу вспомнить сейчас. Что-то с памятью. Видно, весна скоро. Надо пить витаминки. Ну, в общем, они все отпечатывались вот здесь. То вот этой подводке достаточно дать подсохнуть. И, ну, может, конечно, хорошо наносить ее еще на базу под тени, тогда она будет держаться плотнее. Или на пудру. Вот я не сделала, а надо было. Рассыпчатой пудрой просто, как сказать, припорошить немножко глаза. Ну, вот как.
намазать как тень, тенями. И тогда маленькая точечка, манюсенькая. И тогда взгляд будет такой, более раскосый. Ну, я просто хотела показать стрелки, не какой-то там супер-супер макияж. Хотела бы еще показать, продемонстрировать две, ну, как две туши. У меня есть две туши. Это вот основа от Эвелин. А вот есть еще Мэри Кей. Сначала она мне... Так, да? Зеркальная. Это и так. Вот. Мэри Кей. Все равно зеркальная. Вот такая. Она как бы на удлинение, а это вот идет на объем. Она называется Lash Love Mascara. А это Lash Love Lasting Full Lashes Mascara. Ну, типа, как бы для удлинения, а это вот на объем. Это мне понравилось очень больше. Ей не нужно было много времени на то, чтобы раскраситься, как говорится, в туши. Вот это... Не могу сказать, ей ничего как бы хорошего. Вот. Хотела продемонстрировать, но как она работает в работе своей. Так, сейчас прокрашу ресницы. А, еще любая тушь. Вот у меня есть 3 туши, да? 4. Да, 4 туши. Все есть более... Все бюджетного сегмента. Вот, и они себя... А минутные трудности. Упала тушь. И вот. Чуть-чуть надо подсохнуть, чтобы чуть-чуть подсохла основа. И вот такая вот кисточка у Мэри Кей. Она такая. Сначала как бы мы прорисовываем, прокрашиваем, даем цвет, а потом как бы удлиняем другой. Ну. Еще иногда вот очень тяжело красить на саму подводку, потому что она уже чуть-чуть запутывает ресницы. Либо надо их сразу чистить, убирать кусочки, просто что цвет другой. Но вот сейчас как-то эта тушь чуть-чуть стало получше. Я не знаю, если кто-то, кто смотрит меня, пользуется тушами, у него такое было, что тушь со временем становится другой. Вот она становится погуще, что ли, имеет какую-то структуру. Но не уже перед окончанием, а вот после открытия, через какое-то время, через неделю, там, через пару недель. То есть тушь как бы можно пользоваться 3 недели от момента открытия. Не все это делают, иногда туши лежат намного дольше, даже у меня. Потому что я ними пользуюсь то одной, то другой достаточно редко. Сейчас, как момент карантина, выходить на улицу особо нет нужды часто. Событий нет никаких, ни мероприятий, ни день рождений. Как-то грустненько чуть-чуть, но ничего, скоро... Все откроется, коронавирус уйдет, и все. Ну вот видите, какие ресницы получились. В принципе, она изменилась, вот эта тушь. То есть она их сделала подлиннее. Сами ресницы у меня, не скажу, что супер плохие и супер хорошие, они какие-то средние. Для моего глаза я бы хотела, конечно, взгляд как такой, знаете, есть у девочек такие ресницы очень длинные. И какой бы тушью ты их ни накрасила, даже... самый плохой. Ну как, не то что самый плохой, а просто, ну, дешевый какой-то, дорогой, недорогой, там, где кому-то кисточка подойдет, а кому-то нет. А вот есть люди, которые, у меня есть подруги, которые, ну, чем бы они ни накрасили, у них просто сами по себе хорошие ресницы. То есть тяжело. Просто тяжело испортить что-то. Что-то на камере как бы потом убыстрим как-то. Немножко подсохнет. И приступим к второму глазу.
Но это тоже правда, могу сказать, что она как-то, ну, изменилась в лучшую сторону от момента открытия. Сначала я была очень разочарована, потому что она из ресниц сделала просто какие-то палочки. Так как у меня реснички не очень длинные, то я иногда крашу верхнее веко. Ну, случайно, не специально. Почесался глазик. Вот она как бы вот этой кисточкой, она как бы расчесывает, приподнимает. Иногда я видела блогеров, которые прям, не знаю, они вот на камеру прям, ну не очень удобно, я не вижу, что я крашу. Это надо как-то приловчиться, что ли. Ну вот уже очень-очень красиво получилось, я могу сказать. Я думала, что, ну, обзор на это тоже будет типа, фу, какая плохая тушь. Но на самом деле нет. Ей просто нужно было время. Наверное, как и нам всем. Для изменений нужно время, чтобы скакнуть вперед. Итак, ну вот, основное, что я хотела, конечно, показать, это подводка и тушь. Эта тушь тоже очень хорошая от Mary Kay. У нее другая кисточка, видите, такая. Она очень быстро, правда, распушивает. Она именно делает объем. Если это более так на удлинение она работает, то вот это очень хорошо работает на объем. Очень. И прям ей не нужно время. То есть она уже как бы очень хорошо работает. Ну, можно, конечно, подчеркнуть брови, но самое основное, чтобы я хотела, если кто-то не досмотрит до конца, мне на Новый год подружка подарила хайлайтеры от MAC. Ну, то есть, как бы, она не особо разбирается в косметике, она знает тушь, ну что, блески для губ, вот эти тоналки, вот это все, оно ей, правда, оно ей не нужно. Она это все не любит, она говорит, я так не могла понять, что это, как это, но вроде бы, думаю, тебе понравится. Она привезла это с Америки, это очень... Алина, если ты это смотришь, большое спасибо, это прям моя любовь. Вот этот продукт очень классный, ну, во-первых, качественный, во-вторых, с Америки. У нас раньше считалось, что все, что привезено из-за границы, это просто топчик. А все, что, ну, продается как бы в стране, то особо не очень, типа, хорошо. Но то, что кто-то где-то откуда-то привез, наверное, я думаю, это пережитки советских, ну, как из советских времен, что не было, ну, как родители рассказывали, дефицит, что-то, чего-то нету у кого-то. Постоянно чего-то нехватка, и все, что происходило из-за границы, то есть оно лучшее, классное, какие-то, как там говорили, финское пальто. До сих пор не знаю, что это, но так говорили. Бабушка, мама, ну то есть про финские. Вот так она выглядит. Вот они достаточно все разные. Вот так. Вот. Такие хайлайтеры. Они очень мягкие. Сначала, когда я принесла, я думаю, такое, что-то как-то, ну, типа, не работает, что-то как-то не красит, но, может, на моем лице. А потом я пересмотрелась и поняла, что суть... просто в том, что он очень мягкий. Такое легкое сияние, легкое. Вот на камере его видно, но он очень легкий, не такой, как мы привыкли. А мы любим побольше, покрасивее да погуще, как сказать. А вот он очень-очень такой мягкий, очень мягкий. Еще у меня есть, ну, палетка, не палетка, а как бы, ну, это маленькая палеточка от Mary Kay, чтобы делать, ну, скулы. Но тут тоже есть такой. Вот на камере чуть-чуть видно. Как мы делаем скулу. Так. Вот чуть-чуть совсем. Подчеркнуть. Вот. И
носик блестит. Ну, конечно, блестит, когда есть свет и надо на выступающие части. Но это очень красиво. Спасибо большое. Ой, иногда что-то в нашу жизнь приходит совсем неожиданно, но иногда мы хотим какую-то вещь и думаем, как заработать, как это, как что. И иногда что-то приходит вне зависимости от того, что ты делаешь. Как бы ты этого хочешь, ты этого много желаешь, и оно как бы поступает в твою жизнь. Поэтому мечтайте, мечтайте. Всем нужно мечтать. Ну, вот так как подведу бровки. Сейчас видео у нас все-таки про макияж. Может, я не идеально рисую брови, это да. Может, я не идеально крашусь, это тоже да. Никто не идеален, как бы. Мы стремимся все к идеалу. Стремимся, и рано или поздно мы этого все равно достигнем. Главное, главное не падать духом, правда? Вот я так думаю. Главное не падать духом. Все получится, и даже из безвыходных ситуаций есть решение. А когда смотришь на это потом с высоты лет, ну каких-то как бы прожитых, может даже и не много, там не 50, не 40, но даже пару, даже если пару лет, это уже не кажется. И когда-то у меня была ситуация, ну вот бровки подведены. Мы просто их очеркнули, и все, как бы что они есть на лице. У меня еще есть помада, вот помада, имею в виду тушь для бровей, которую можно их так... Хотелось не об этом сказать. Хотелось сказать о том, что есть какие-то ситуации, которые нам кажется, что нам тяжело очень пережить. Поправлю голос, давит чуть-чуть. И нам кажется, что пути назад уже нет, и вообще ничего не изменится, и это крах нашей всей жизни. Когда-то давно, опять же повторюсь, я наращивала ресницы, и был у меня такой период, что как бы ресницы сняли, а своих как бы и не осталось. И я помню, так долго плакала, типа, мама, ну что ж, теперь я без ресниц. И мне казалось, что все, мир рухнул, и это был крах, и вообще как, и они никогда не отрастут, ничего не изменится назад. И какое-то было такое разочарование, но как для подростка на те времена, я очень хорошо справилась в том плане, что я просто начала жить дальше, красить глаза, подводкой, на тушь не было на что красить, то есть они были такие маленькие, там какие-то огрызочки я их называла. Я мазала, пила таблетки, витамины, чтобы как бы быстрее ускорить рост. И очень долго не наращивала ресницы, очень. Ну то есть, если мне было лет 16, наверное, мне было лет 16, когда это произошло, или 17. И после этого я начала наращивать аж спустя лет в 22, наверное, 22-23. Мне сейчас 26, то есть я где-то на протяжении 3 лет наращивала ресницы. Могу сказать, что ничего с моими ресницами абсолютно не случилось. Могу сказать даже, что в каком-то... Поправила ресничка. Даже в каком-то роде они стали лучше в плане гуще. Иногда наши ресницы выпадают даже за счет туши. То есть некачественные какие-то составы. То есть мы же не знаем, как это все влияет. Плюс наш иммунитет и вообще вся система, как бы, все влияет на нас. И вот поэтому, кто боится наращивать ресницы, не бойтесь. Главное, найдите своего мастера, это очень хорошо. Может, и я в Литве найду своего мастера. Если кто-то из меня смотрит из Литвы, из Вильнюса, мастера... Ну, сейчас, конечно, карантина, нельзя никому работать, но он же когда-то закончится. Напишите мне в комментариях, я была бы очень рада. И, возможно, нашла бы себе своего мастера. Надеюсь, вам понравилось это видео, обзорное, так сказать, просто на какие-то продукты, которые не так дорого стоят, но качество... Но всегда, никто не любит тратить деньги просто так пустую и потом разочароваться. Все равно покупка должна приносить нам эмоцию какую-то приятную. Это из психологии как бы бедности и богатства. То есть мы покупаем услугу, там, путешествие или товар,
за эмоцию, которую мы от нее получаем. И вот этим видео хотелось бы донести к вам какие-то продукты. Ну вот, у нас сегодня была тоналка, была тушь из новинок, да, и была подводка, то есть очень крем, умывалка, ну и как бы палетка хайлайтеров. Ну вот как бы вот это все очень даже, ну, очень даже хорошие продукты. Не знаю, сколько стоит палетка, но вот это все достаточно недорого. Может позволить, наверное, себе почти что каждый. Ну, каждый, кто хочет. Если даже рассчитать эту сумму, не на так много. Есть люди покупают, а мы не будем это вставлять в кадр. В общем, спасибо большое за просмотр. Ставьте там лайки, комментарии. Кому нравится, пишите в комментариях. Давайте знакомиться, давайте общаться. Если вы пользуетесь какой-то из этой косметики, напишите свое как бы мнение, экспертное мнение по этому поводу. Возможно, любое что-то из этих продуктов, вообще какой-то фирмы. Или фирмы, которые, например, не из этого сегмента вообще. Ну, например, хорошие тоналки на ваш счет, ну вот как вам нравится. Туши, как вам нравится, например. Потому что я люблю пробовать много всего разного. И когда откроются магазины в Вильнюсе, я уже мечтаю, как я пойду в Дуглас или Кристиана есть Дуглас и Ватсон. Не Ватсон, у них Дрогас. В Литве Дрогас, а в Украине у нас Ватсон. Тоже та же самая сеть. Так что, в общем, спасибо большое за просмотр. Ставьте лайк, пишите комментарии. До новых встреч. Ачу.